хочу сказать, что в резиденции, на содержание резиденции раньше направлялось 42 миллиона рублей из Тульского областного бюджета. Проживало там 3 человека. То есть член Совета Федерации от Тульской области, заместитель губернатора и губернатор. Это вопрос экономический. То есть все остальное было свободно, заполнялось, ну, периодически. Есть вопрос еще юридический. В законе о статусе, то есть у нас есть основной закон Тульской области, да, устав, в нем ничего не сказано о статусе губернатора. И в нем не сказано о том, что губернатор имеет право использовать какие-либо бюджетные средства для собственного размещения. Поэтому проживать в Богучаре за счет бюджета я просто не мог. Платить 42 миллиона рублей за проживание, мне казалось, что это, так сказать, даже, в общем, при моих не очень маленьких доходах, то это, в общем, тоже слегка расточительно. Поэтому просто резиденцию, так сказать, мы посмотрели, что она с точки зрения экономики, ну, нам не интересна. Она была на аукционе продана, по-моему, 170 с чем-то миллионов рублей. Эти деньги мы, кстати, направили в Тулу на строительство детского садика на Хворостухино, как раз там 140 миллионов. Вот, а дом, в котором я проживаю, я его арендую у собственника, плачу в год, ну, там, около 2 миллионов рублей. Это тоже какие-то там корпоративы когда-то начнем теперь проводить в Богучарово. Поэтому приглашаю вас. Там много свободных номеров. Приезжайте.